Благотворительный вечер для онкобольных ребят и детей участников специальной военной операции прошел в Махачкале. Это четвертая по счету встреча, которую организовал тренер по боксу Сухраб Манапов. Он привлек к миссии добра бизнесменов, которые подарили ценные подарки маленьким гостям и их родителям. Это планшеты и телевизоры. Среди тех, кому оказали такую поддержку, супруга бойца СВО Маира Ахмедова и сын Газали. Глава их семейства в настоящее время работает оперирующим врачом в госпитале Луганска. Я очень благодарна организаторам данного мероприятия, то, что они постарались компенсировать его отсутствие и оказали внимание детям, нам, мамам. Понравилось все, да. Очень круто все было. Спасибо, скажи. Спасибо всем, кто это организовал, всем. Тем, кто борется с тяжелыми заболеваниями, также оказали финансовую помощь. Спонсорами благотворительного вечера выступили министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев, а также предприниматели республики. Главное, чтобы мы собрались и хотели показать людям, что они не забыты, что о них думают, и в дальнейшем тоже будем помогать по мере возможности.